в рубль взял за основу кристаллическую систему. Помните, я вам говорил, что у всех великих была концепция решения трехмерного пространства. Вот концепция трехмерного пространства в рубле была кристалл. Я думаю, в рубль именно эту кристаллическую тему разработал именно, когда он работал в Киеве. На знаменитых росписях у Прахова Кирилловской церкви. У него был знакомый ювелир. Помните картину «Девушка на персидском ковре»? Гениальный портрет. Это дочь этого ювелира. Он часами просиживал у него, заходил и любил драгоценные камни рассматривать. И по структуре этих драгоценных камней он выработал свою знаменитую технику, кристаллическую манеру.